кино. Вот, Иван Петрович, замечательный ресторан в старом стиле. Думаю, даже такому крупному руководителю, как вы, должно понравиться. Да, впечатляет, впечатляет. Я, знаете, когда на его мохнатую лапу-то гляжу, все время кому-нибудь взятку дать хочется. Да? А что так? Ну, как, ну, вижу лапу, и хочется, так сказать, дать на лапу. Прям возникает какое-то непреодолимое желание. Смешно. Значит так. Да-да. Договорись с хозяевами ресторана, да, чтобы завтра же он стоял у меня в приемной. Завтра же. Я сказал не пускать ко мне никого! Здрасте, Николай Фомич. Ты посмотри вообще, что творится вообще. Сейчас такое время, кругом такие возможности. Но некоторые же дебилы этого не понимают. У меня ощущение, что все эти дебилы собрались здесь, в одном месте. Да. У меня! Да. Дай мне список работников. Да. Вы, как всегда, правы, Николай Фомич. Вот список. Садись, давай, пиши. Сажусь, пишу. О, многоватенько народу. Да. Так, Кравцов. 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 Это вот этот, что ли? Бревно вот этот, да, с глазами. Да, да. Дегенерат. Да. К чертям собачьим. Вот так и пиши, к чертям собачьим. Давно пора. Это бревно. Давно к чертям собачьим. Котов, ну Котов это заика, Котов. Несчастный человек. Просто пинком под зад и на улицу. Так и писать. Пинком под зады пинком на улице. Пинком под зад. Гусев. 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 О, это полнейший дебил, уникальный. Это надо поискать еще такого дегенерата. Уволить это ничтожество. К чертовой матери вышвырнуть его на помойку. Чтобы он в бак. На помойку, я сказал. Не, Николай Фомич, я прошу прощения. Гусев это я. Да? Да. Ну, ты же Гусев. Гусев. Нехорошо получилось как-то. Фух, извини меня, ради бога. Да, ну, бывает. Так. Просто напиши. Да. Уволить. И все.